А мы продолжаем мангистаусы неравнодушных к произошедшей трагедии в городе Жанаузен. 25 ноября в результате крупного ДТП пострадало 36 человек, погибло 9. Сейчас порядка 27 человек находятся в больнице и нуждаются в донорской крови. В свою очередь правоохранители не остались в стороне и поспешили помочь пострадавшим. Около 40 полицейских сегодня сдали по 450 миллилитров крови. Жанаузен қаласындағы жол көлік оқиғасына байланысты қаза болғандарға мы выражаем соболезнования семьям погибших в автокатастрофе. Мы решили коллективам помочь в сложившейся ситуации. Желаем скорейшего выздоровления.